Губернатор Евгений Куйвышев напомнил, что с 19 мая начнется постепенный выход из режима самоизоляции. Но при этом важно соблюсти все требования Роспотребнадзора, чтобы не допустить ухудшения ситуации. С помощью санитарных, социальных, экономических и воспитательных мер правительство намерено сформировать новые поведенческие модели в обществе. Для их разработки создадут рабочую группу. Отдельно губернатор поручил скорректировать стратегический план развития региона с учетом еще сохраняющихся ограничений. По-прежнему сокращено время розничной торговли алкогольной продукцией, приостановлена работа массажных и косметических салонов, соляриев, ряда других организаций и учреждений. Мы адресно и точечно снимаем ограничения, но при ухудшении эпидситуации, несоблюдением требований Роспотребнадзора, мы будем вынуждены принять обратные меры.